Наверное, поэтому сегодня такой большой турнир в Монтерее. Мы открываем и я объявляю турнир открытым. Разрешите мне от себя лично и от всех регионального союза «Кубок России» поздравить вас с сегодняшним праздником, пожелать вам достойных, бескомпромиссных поединков, и пусть сегодня победит сильнейший. Еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих. Большое спасибо, что участвуете в нашем турнире. Хочу пожелать вам, как уже говорилось, да, хороших боев, судьям бескомпромиссного судейства, чтобы принимали правильное решение, чтобы бойцы сражались. Турниры, которые мы проводим, это для ребят, которые ходят на татами.